Что там, Мих? Смотрите, как здесь вода упала. Ой-ой-ой. Поставили кресло, потому что просто так здесь даже не слезешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Привет, друзья! Мы отдыхаем на базе в Курахово. База называется Золотое Руно. Есть видео на лайв-канале. Я вот ссылочку оставлю под этим видео, как мы отдыхаем, сколько стоит номер. Ну, я вам немножко базу там показал. А сейчас я, знаете, что хочу? Я уже показывал, как упала вода здесь. Видите, как ушла вода? Вот здесь под пирсом, с этой стороны, именно с этой стороны, здесь просто-напросто по колено воды. Вот. И я хочу взять металлоискатель, взять груз, немножко экипироваться, теплые шорты одеть, ботинки, чтобы ногу не поранить. Взять подводную камеру с грузом и вот здесь пройтись на поднырах, потому что здесь ракушка, и с кубом совершенно неудобно. Я когда-то пробовал, мне совсем не понравилось. Людей вообще мало. Ну, в общем, как-то так. В общем, быстренько переодеваюсь. Ой, Миха, знаешь, что я забыл? Хабарницу резиновую свою большую. Можешь вот там зайти. Смотри, туда иди. Быстрее будет. Вот, смотрите, друзья, как буду делать. Буду на поднырах. Ну, там вода мутная, скорее всего. Вряд ли вы что-то увидите. Но попробую, попытаюсь показать. Одел перчатку, вот так вот. Здесь ракушка, ракушняк. Одел, вот так вот возьму, раз сюда всуну, раз отпущу руку, и сюда буду складывать все свои находки. А потом уже, когда вылезем, все остальное посмотрим. Все, вернее, посмотрим, что будет в моей хабарнице. Ну, пока как-то так, на, Миш. А ну, сейчас Мишка меня снимет. Иду. Вот так дальше снимай просто меня. Только палец еще не сунул. Вот, смотрите, какая глубина здесь. Опа. Вот, за пирсом, смотрите, чуть ли не по пояс. Там, конечно, дальше. Здесь не так, но там глубже. Но все равно глубины нет. В общем, надеваю камеру и начинаю искать здесь. Лайк ставьте уже. Уже есть. Давай. Да давай, ноги подожмешь только все равно. Ну так, я же тебе говорю, здесь... Ко мне плыви, ко мне. Да открывай свои глаза. А, да это же до того, что... Ну все. Я говорю, здесь мил. Все, друзья, начинаем. Вот так вот цепляться и туда дальше пройти по бортику, понял? На меня волны потолкнут. Все, Миха? Ага. Начинаем. Цепляйся ко мне. Кораблик. Цепляйся мне за спину.
походим. О, спасибо. О, спасибо. Пожалуйста. Ты тут хоть ходишь? А я уже тут не хожу. Нет, ну конечно, тут уже глубже становится. Плыви-ка тут, подержись там. Да не, я тут. Я тут держусь. Ты хочешь, иди лучше там будешь держаться, только чтобы тебе пальцы не придавило. Я тут буду. Смотри, какая фольга. Ой, сон, это улитка. Ничего страшного. Не переживай, не завоняюсь. Я стою по пояс. Это только обходить, наверное. Тут пирса нет, мостик. Вот оно. Вот оно, что там. Сейчас выйдем на берег.
Посмотрим. Ух, и вода упала. Привет, а где мама? Пошла с Мэри гулять? Я понял. У меня, кстати, металлоскатель разряжается. Такой звук на нем. Это значит, что он разряжен. Сейчас будем перебирать, друзья. Я, Света, вместе с вами. Самое главное, вот как я делаю. Настал тот момент, когда я покажу эту хабарницу в действии. Вот полная хабарница. Сейчас перчатки достану. Пусть сохнут. Полная хабарница. Я вижу там консервная банка, еще что-то. Ну, в любом случае, все. Вы сейчас увидите, как я это делаю. И здесь песок, а здесь ракушка. Ничего страшного нету, если ракушка попадет в песок. Вот. Сразу мы включаем металлоскатель. Вот он, звук такой, он разряжен. Слышали такой? Пау? Вот услышите, когда будет звук, когда прибор. Вот так меч показан, что он разряжен. Еще немножко он поработает и полностью сядет. Ну, я ничего страшного, я заряжу его. Ну вот. Так, смотрим, здесь есть металл? Вот, здесь нет металла. И будем перебирать. Светуля, поможешь мне? И делаю я вот так. Смотрите. Поснимай. О. Сейчас я часы сниму, чтобы мне не мешали. Да не меня. Снимай. Снимай, как я буду перебирать. Да ну ты же еще не перебираешь. Ну понятно. Так, вот это что такое? Ну это ж так, курить. Это сигарета электронная. Да? Да, вон миг, смотри. Опа, видишь? Я такую уже находил, только черного цвета, помнишь? Тоже на море, в песке. А это в воде нашли. Так. Она уже не работает. Не работает, думаешь? Ну, я думаю так. Вот такой здоровый кусок фольги какой-то. Это мы в сторону откладываем, потом... Но не надо на меня брызгать всякой грязью. Ой, не буду. Так, все, погнали. Смотрите, какой крюк. Это какой-то, я даже не знаю, что это было. Крючок. А, это здрачки, знаете, такой на толстолобика обломанный. Это тоже выбросим. Ну и все, беру вот так, а вот еще что-то. Опа, часики. Часы. Электронные часы. Ну, им скорее, вон, браслет лопнул. Снимаешь все? Да. Лопнул браслет и им... Вон, слышите, какой звук дает металлоскатель, когда разряжен, попискивает. Так, дальше, пробка. Это мусор, будем бросать в мусор, чтобы не портить. Здесь, по-моему, больше ничего. Да, ракушку мы будем вот так взять и разбрасывать на песке. Ничего страшного в этом нет. Погнали дальше. Вот таким образом, смотри, показывайся. Вот это. Вот так вот достаем. Вот я пробку уже вижу. И больше ничего, видите? Значит, здесь ничего нет. Раз. Пробку в мусор. И дальше таким же самым способом достаю. Ничего нет. Это ракушка. Вот так. Раз. Опять достаю. И снова ничего нет. А вот здесь есть. Миш, можешь не лускать сейчас? Спасибо. Ага, вот он, шарик. Грузик свинцовый. Видишь, Свет? Показываешь? Я потом руки помою и, конечно же, вам все полностью покажу. Опа-на! Очечи. Очки. Есть такое дело. Продолжаем. Здесь ничего нет. Выбрасываем. Кстати, вот это нужно проверить, что я... Вот видишь, не зря. О, смотри. Цепочка. Цепочка серебряная. Смотрите, сколько она пролежала.
Видите, какая она? Еще есть крестик и есть иконка даже на ней. Вот сейчас я так на чистую руку положу. Ну, давайте я потом все это помою и вам видно покажу. Немножко, видно, да? Видно. Серебряная цепочка. Вот сюда ее кладем. И еще что-то есть. Монета. Больше ничего. Так, продолжаем. Ничего. Ничего. Пока металлоскатель не сел полностью. Ничего. Снова пусто. А вот здесь что-то есть. Вот она. Это язычок от банки. Больше ничего. Здесь есть. Здесь монета. Монета, походу, 25 копеек. Дальше перебираем. Что-то есть. Монету вижу. 50 копеек. И больше ничего. Ничего. Монету вижу. Даже две. Три. Вот они, три монеты. И еще что-то есть. Опа, смотри, Светуля. Еще одна цепочка. Видно? Угу. Я помою, потом покажу хорошо. Цепочка, нет, не крестик, а ничего. И, кстати, она даже не разорвана. Просто слетела. Да, просто слетела. Есть второе серебро, есть у нас. Ничего. Ничего. Ну, наверное, все. Там уже практически ничего не осталось. Нет, что-то еще есть. А, монета. 10 копеек. Ничего. Пусто. Извините, что я вам надоедаю. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот очень свой. Иди, он подписчик подошел. Иди, смотри, что нашел. Спасибо большое. Сейчас, сынок. Еще немного. Я с ним уже заканчиваю. Да, все. Правда? Мы я сейчас даже открою и попробую. Все, сразу. Вот это все. Ой. Это все, Светочка, снимай. Сейчас пойду руки помою и находки все сполосну. Смотри. Очки. Раз. Часы. Здравствуй. Здравствуйте. Очень приятно. Сними подписчика вон. Да не надо. Да ладно, не стесняйся. Это... Да, Мэри, перестань. Смотри, Светлана, показывай. Сейчас я помою их хорошо полностью. Вот это же сигарета электронная, да? Айкос, да. Да. Айкос. Потом серебряная цепочка. Один. Серебряная цепочка. Глянь, сколько пролежал, какой он на вид. Покоцанный. Серебряный цепочек другой. Я ж подал, что, наверное, да? Ну да, я ж за пирсом ходил. Грузик пинцовый. Ну и монеты. Куча монет. На нас нет. Уже чистые. Снимай. Немножко сполоснул. И поэтому все находки, которые были за пирсом. Вот они, в принципе, все. Как я уже показал. Михачо, часто идут. Часы идут. А ну смотри. Их надо перевести, они. Ну подожди. А что, идут реально? Да. Друзья, часы-то идут. Не видно. Напротив солнца, Юра. Может, покажи с другого ракурса. С другого ракурса давай. Вот так видно. Видно? Да. Часы-то идут. Даже не ожидал. Смотрите, просто слетел вот здесь, вот растянулся. Интересно. Так, ты снимай сюда. Там солнца здесь нету. В общем, очки, я уже все показывал. Одна вот такая цепочка с крестиком и с иконочкой маленькая. И вторая побольше.
Вот, в принципе, все находки, которые были за пирсом. О, металлоскатель. Сейчас пойду на зарядку поставлю. Ну все, друзья, вот такой сегодня пляжный поиск. Мы на базе, на Золотом Руно. В принципе, такого особого ничего не нашел. Старые-старые убитые цепочки. Ну, серебро и серебро. И часы, еще идут часы. Интересно. Все, подписывайтесь. Лайк, конечно. И колокольчик. Еще будут пляжные поиски. Пока. Самое главное, не болейте. Пока. Да, нас подписчик виноградом угостил. Привет, подписчик. Красноармейску. Вернее, Покровску. Очень вкусный виноград, сладенький. Привет, Покровску. Позови меня, поле, позови меня, лес и крутой бережок. Я рожден, чтобы жить.